И к основной теме дня. 5 октября в России празднуют День учителя, а ученики негласно соревнуются между собой в оригинальности поздравлений. В 61-й чебоксарской школе, например, сегодня устроили золотую вечеринку для учителей. Все началось с проходки по красной дорожке. Селебрити, леди и джентльмены из 20-30-х годов сегодня в центре внимания. Мы хотели, чтобы учителя почувствовали себя хозяевами этого праздника, поэтому мы решили сделать красную дорожку, чтобы они пришли в школу и почувствовали всю атмосферность нашей темы. Мы, конечно, тоже не можем не подвести своих детей, и мы тоже стараемся, готовимся выглядеть в данном стиле и прекрасно понимая, сколько они вкладывают сил, труда, ну и любви в какой-то степени, да, и поэтому большое спасибо нашим детям. Дети самостоятельно управляют школой, среди них новый директор, заучи, учителя. Поздравляем вас, учителя! А настоящие педагоги получают поздравления, цветы и дарят аплодисменты выступающим. Несмотря на то, что необычно отмечать День учителя в 61-й школе становится традицией, детям еще удается удивлять своих наставников. Безусловно, организованности, благодарности и командной работе ребята учатся у своих педагогов. Мы же бывает такое, что даже иногда область своих, скажем так, будущих дел выбираем в зависимости от того, какой любимый предмет был в школе. А любимый предмет появляется от чего? От того, что нравился учитель по этому предмету. Татьяна Трофимова, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика.